Керамогранит – искусственный отделочный материал, который все больше и больше набирает популярность. Доброе утро, меня зовут Дмитрий Лынков. На этой неделе мы расскажем обо всех особенностях этого замечательного материала. Производится он из полусухого пресс-порошка методом прессования с добавлением керамической крошки. После происходит обжиг при температуре 1200-1300 градусов Цельсия. Именно это и позволяет получить те самые свойства, за которые мы ценим керамогранит. Изначально он использовался как плитка для технических помещений или для общественных с высокой проходимостью и большой нагрузкой. Но после появления широкоформатной печати его стали активно использовать и в жилых интерьерах. Данный материал не разрушается от влаги, не боится перепадов температур и имеет высокую морозостойкость, поэтому его можно использовать не только в интерьерах, но и на фасадах зданий. По размеру плитки этого материала могут быть как очень маленькие, 5 на 5 сантиметров, до громадных, 1,20 на 3,60 м. При этом толщина бывает 0,6 мм и даже существуют варианты 30 мм. По типу поверхности керамогранит бывает глазурованный, лопатированный, матовый, структурированный и полированный. Структурный хорошо подходит для имитации натуральных материалов. Глянцевый и полированный отлично визуально расширяют пространство. Но если вы не хотите слишком много глянцевых эффектов, посмотрите лопатированный. Также можно использовать матовый керамогранит. Сегодня это самое популярное решение. Еще керамогранит можно разделить на два типа. Шовный и бесшовный, так сказать, ректифицированный. Но не нужно думать, что здесь совсем не будет шва. В этом случае он составит всего 1 мм. Сегодня керамогранит имеет хорошие эксплуатационные свойства, абсолютно не уступает керамической плитке, при этом имеет широкий спектр возможных размеров и прекрасные декоративные решения. А также вы можете найти любой цвет по вкусу, поэтому используйте его в своих интерьерах.